Друзья, всем привет! Сегодня мой ролик будет немножко интересный, для кого-то будет интересный. Итак, о чем я сегодня расскажу в своем ролике? Я летом был на курсах в городе Омске, там с нами работали психологи, мужчины и женщины. Тема моего ролика – как вы боретесь с выгоранием на работе. Все творческие люди, так же как блогеры, работают на публику, с публикой. И возникают такие иногда вопросы, моменты, когда в душе у человека бывает пустота, вот творческая пустота. Человек не знает, что снимать, что говорить, а что показывать. Это называется психологическое выгорание. Бывает еще хуже, когда человек просто не хочет никого видеть. Он хочет в отпуск, в дальние края, в теплые страны. Или просто надоело все. Итак, как нас учили, как нам давали советы, ну и просто как борюсь я с этой проблемой, возникающей иногда. Как известно, самый лучший отдых – это смена деятельности. Смена одной деятельности на другую, на какую-то там. Делаешь, занимаешься одним чем-то, потом переключаешься на другую. Итак, поехали! Все борются по-своему, по-разному с этими проблемами. Борются или преодолевают данные проблемы. Кто-то едет, как я и говорил ранее, в теплые страны, у кого денег нет. Тот идет разрядиться в пивнушку, в кафешку, надыхает там крепко. Кто-то по-другому, а нам, людям, живущим в деревне, поскольку у нас иногда денежек не так много, как у кого-то, у некоторых олигархов или у кого-то других, которые ездят на крутых машинах, и ходят в дорогие рестораны в дорогих костюмах, мы по-другому делаем. Разряжение, смену деятельности. Смотрите, друзья, иногда просто выйдешь, красота какая вот вокруг. Это не то, что там у вас в городе. Тишина завораживающая. Вот чем хороша, прекрасна деревня зимой? Тем, что зимой в ней мало народа. Летом его значительно больше. Летом всякие туристы, экстрасенсы отдыхающие, какие-то паломники, последователи каких-то религий. А зимой? Зимой тишина. Остаются местные жители. Ну и так,
кто приехал на несколько дней. А так в основном тишина. Стоишь на одном конце деревни и слышишь, как на другом конце деревни, въезд в деревню, автомобиль заезжает. И по шороху колес, по шуму можно вот хорошо услышать, как это шумит автобус, это легковой автомобиль с прицепом, без прицепа, трактор, груженный полный. Так что вот так вот. В городе, мне кажется, этого нету. Ну, может быть, где-то на окраинах, где частный сектор. Хотя, ну, шум есть шум. А здесь вот тишина. Стало взять молоток, плоскогубцы, гвозди. Сходил, пообедал. И прибить, закрепить так называемый пол. Чтобы все это стояло, держалось хорошенько. Нормально, короче, чтобы все это было. Забивать буду гвоздями соточкой. Тут вот. Забиваю на два гвоздя с краю, чтобы это, когда корова наступит, чтобы доска, ну, не перевернулась и стояла более-менее нормально, ровно, прижата была. Тишина. Только одни дятлы долбят, до сороки летают, щебечут. Вот так вот. Вот такой вот пол получился. Теперь корова будет ровно стоять, более-менее нормально. Ну и здесь кое-что заменил. Тут тоже доски сгнили. Кись. Культурный работник же. И думаю. Сейчас Елена Степановна меня будет очень сильно ругать, скажет: ты что там болтаешь? Надо работать, а ты болтаешь, ходишь.